Воля к победе! В городе Кунаев впервые состоялся открытый турнир по кикбоксингу, посвященный памяти выдающегося общественного деятеля Дынмухамеда Кунаева. В соревновании приняли участие около 150 спортсменов из различных регионов страны. Подробнее далее в материалах сюжета. В Алматинской области прошло уникальное мероприятие, привлекшее внимание лучших спортсменов Казахстана, включая чемпионов мира и Азии по кикбоксингу. Участники соревнований представляли разные регионы страны, особенно среди них выделялась 14-летняя Айла Санаткызы, достойно выступившая в женской категории. Это мероприятие дало возможность атлетам показать свой талант и отлично провести время в спортивном соревновании на высоком уровне. Я занимаюсь кикбоксингом уже более полутора лет и с большой любовью отношусь к этому виду спорта. В нашей области кикбоксинг появился недавно. Я надеюсь достичь значительных результатов. В 2024 году я заняла второе место на чемпионате Казахстана, а в 2023 году также заняла второе место на турнире в Кыргызстане. Прошло уже более двух лет с момента открытия секции по кикбоксингу в Алматинской области. За это время спортсмены региона проявляли себя активным участием как в республиканских, так и в международных соревнованиях. Они представляли Казахстан на турнирах в различных странах, таких как Кыргызстан, Турция, Португалия и Венгрия, демонстрируя высокий уровень подготовки и спортивного мастерства. На сегодняшнем мероприятии у нас участвуют более 7 команд, 150 участников. С разных уголков Казахстана. Приехали также гости с Жамбылской области, с Кордай. Развиваем в детях силу, то есть и популяризируем тем, что наши спортсмены за этот год поднимали уже немалое количество раз наш флаг на мировых аренах. Открытый турнир завершится уже завтра, 16 июля. По традиции, все победители будут награждены специальными кубками и ценными призами. Важно отметить, что лучшим спортсменам представится возможность защищать честь нашей страны на предстоящем чемпионате мира, который пройдет в августе в Узбекистане, что станет еще одним значимым этапом в их спортивной карьере. Кундыз Нурмухамбетова, Айолым Жүрсінғызы, телерадио компания «Жетісу».